Самая бесполезная самоделка в лего-технике, которая вас обманывает. Вот это. Автором вот этой вот самоделки является вот этот чувак. Чтобы собрать такую конструкцию, понадобится всего лишь 3 балки длиной 7 студов, 3 вот таких вот соединителя и 6 пинов. Давайте, при вас начнем собирать. Так, начнем с балки. Ставим на край этой балки 2 пина. Соединитель берем дальше, ставим вот таким вот образом, да. К этому соединителю ставится балка. Вот здесь вот 2 пина. Дальше опять такой соединитель. Вот здесь вот стоит балка. От балки у нас идет 2 пина. И от 2 пинов идет соединитель. Он вот так вот в эту сторону смотрит. Я только что при вас сделал все по инструкции. Это какая-то фигня. По идее, должно было выглядеть вот таким вот образом. То есть вот этот соединитель должен был входить вот в эту вот балку. Но на самом деле тут ничего такого не получится из 3 балок. Если только немного их добавить и соединителей тоже добавить.